видать, финальная миссия. Ну, надеюсь. Потому что я даже не знаю, что там за миссия будет. Если Керриган переродится, типа за нее играть или что. Тираны хорошо проявляют себя в превосходящих сил врага. Эффективно используйте оборонительные строения, чтобы выжить при выполнении этого задания. Тени Амуна поглотят все сущее. Керриган, пусть остатки моей эссенции даруют тебе силу. Эта сила столь велика. Используй ее против темных прислужников. И помочь тебе. Я уничтожу этих гигантов. Твоя смерть близка. Я должна сосредоточиться. Джим. Тебе придется меня прикрывать, пока все не закончится. Ладно. Я выставил оборону на этих двух точках. Похоже, нам придется бросить на защиту все силы, если мы хотим выбраться отсюда живыми. Рой будет защищать свою королеву до конца! Вся мощь перворожденных с тобой. Тогда начнем. За тиранов, что ли? Блин, я же забыл. Чтобы выиграть для Сары достаточно времени, нам нужно основательно укрепиться. Надеюсь, вы готовы. Мои воины продержатся так долго, как только смогут. Нашей королеве ничто не должно угрожать. Кабаны, ё-моё. Вооружён и опасен. Ресет готов. Превосходно. Так, где мы, чё мы защищаем? Вот она, Керриган. Жду не дождусь. Ресет готов. Так, этот строит. Лабораторный реактор сразу. Призраки, я помню, самые здравые ребята. Это у нас что? Надевак? Есть работенка. Если потребуется, я смогу использовать новую силу, чтобы остановить их. Пристройка завершена. Готов.
Так, улучшение надо же по-любому делать. Это еще инженерный комплекс. Еще что-то должно быть. Арсенал какой-то или что там. ИСН готов! Кстати говоря, ИСМ готов. Брось с дороги. Недостаточно минералов. Зараза, еще денег стоит. Так, здесь у нас есть бункер. Подожди-ка сюда, давай. Отлично! Окей! ИСМ готов! Что происходит? Джим, если ты ничего не сделаешь... Загары и Артанис долго не продержатся. Помоги им, иначе мне придется применить силу. Гема настанет, закончив превращение в землага. Не забывайте, я тоже когда-то вознесся. Академию призраков делаю. Ага. Война на пороге. Режим готов. Приказ получен. Есть работенка. Сара, рядом с нами появился гигант пустоты. Думаю, он нацелился на тебя. Так что давай, используй свою силу. ИСМ готов. Во что бы ты ни стал. ИСМ готов. Что такое? Да. Флот вызывали?
Покатили! Чем пора? Сколько можно сидеть без дела? Говори громче! Чем пора? Улучшение завершено. Вызывали? Они напали на базу с другой стороны. Похоже, эти мерзавцы от нас не отвяжутся. А разве они должны? Упорство – важное качество воина. Да я не об этом. А не важно. Вызывали? База атакована. Огоньку. На связи. Движется множество врагов. Нужна помощь. Буди. Я пробудился. Мощь Уроса течет сквозь меня. Но я пока получила только половину эссенции. Дополнительные хранилища. Я чую их страх. Выкладывай! Еще один гигант пустоты. Позаботься о нем, пока он не нанес слишком много вреда. Есть. Да! Твоя королева слышит. Пробудился. Даешь разбой.
ярость. Амун отправляет на нас огромную армию. Мне понадобится помощь, друг Рейнар. Что прикажешь? Подавай врага. Время пришло. А? Чего пугаешь? На Загару и Артаниса скоро нападут. Защити их, Джим. Ей нельзя доверить силу Зелнага. Вы сами знаете это.
База атакована. Кругом враги! Где подмога? Так, а где арсенал? Инженерный комплекс, казармы. Блядь, где он? Посылайте подмогу! Арсенал, вот он. Еду! Подавай врага. Наши КСМ атакуют. Я не продержусь в одиночку. Гиганты продолжают появляться. От них надо избавиться. Живо. База атакована. Давай, удиви меня. Время пришло. Улучшение команды. На нашу королеву напали. Против нас все свои войска. Брось с дороги! База атакована. Что прикажешь? База атакована. Я не продержусь в одиночку. Брось с дороги! База атакована. Амун слишком силен. Защищай нашу королеву, тиран. На этот раз я ее не подведу. Положитесь, сука, на меня. Где подмога? Пиздец какой-то. Ебануться. Готово. Я впитала почти всю эссенцию Зелнага. Для меня было честью служить тебе, моя королева. Роид теперь твой, Загара. Помни мои уроки. Да. Время пришло. Грядет новая эра.
бесконечный цикл подошел к завершению. Зелнага. Я буду помнить каждый миг с тобой. Покончу с этим. Раз и навсегда. Эх, зараза. Тяжеловатая миссия, конечно. Можно было, кстати, Керриган много кого убивать. Ну да ладно. Я вижу сквозь потоки времени и пространства. Все пути вели к этому моменту. Не знаю, заслуживаю ли я прощения за то, что сделала. Но Вселенная точно ни в чем не виновата. Пришло время покончить с этим. Так, за протосов поиграли, за терранов поиграли. Неужели теперь за зергов дадут играть? Ну, блин, такое давление, времени нету, чтобы все спокойно построить. И надо еще три базы защищать. Сейчас посмотрим, что здесь будет. На позициях, и мы никуда не уйдем, даже не проси. Ну так что, каков план? Амун укрылся за энергетическим барьером. Кристаллы пустоты делают его практически неуязвимым. Но в них же его слабость. Когда кристаллы отдаляются от Амуна для перезарядки, их можно уничтожить. В одиночку нам их не разрушить. Здесь его сила слишком велика. Вы еще моей силы не видели. Мы разрушим барьер. А потом я покончу с этим. Хороший план для последнего свидания, милая. Выдвигаемся. Да, за зеркал. Так, как же там личинки? Эти товарищи сразу вырастают, хорошо, рабочие. Ой. Кристаллы пустоты вращаются вокруг Амуна, создавая защитный барьер.
высшей точки своей орбиты, они поднимаются над поверхностью. Тогда их и можно уничтожить. Так, луч. Блин, вообще непонятно ни хрена. Так, это у нас тиран, кристаллы. Таракан. Судьба теперь ясна. Скоро мы сможем атаковать первый кристалл. Мои воины готовы вступить в бой. Бесконечность. Нам нужно больше минералов. Смерть Амуна близка. Пойдем поиграем. Меня зовут. Посмотрим, что я смогу сделать с кристаллами с помощью открывшейся силы. Начинается последнее создание Амуна. В пустоте сила его очень велика. Он будет постоянно атаковать нас. Я не подведу. Первый кристалл разрушен. Барьер слабеет. Начинается последняя битва. Я не подведу. Амуна близка. Это мое бремя. У нас тут нарисовался кристалл. Мои ребята о нем позаботятся. Начинается последняя битва. Врага.
твое время. Начинается последняя битва. Земля трясется. Будь я проклят. Амун только что вырвал землю прямо из-под моего командного центра. И как мы должны с этим сражаться? Если мы хотим выжить, придется построить несколько баз. Со временем он доберется до всех нас. Пусть нападает. Рой к этому готов. Близко. Высылаю войска на перехват. Да будет так. Я не подведу. Наши войска атакованы. Что тебе нужно? Меня зовут. Строить только на силу.
снова рядом с нами. Рейдеры, давайте уничтожим его. Небесное сияние исцелит мои раны. Я не победу. Да будет так. Начинается последняя битва. Близка. Это мое время. Да будет так. Нельзя медлить. Атакует пуль. Я не победу. Наши войска атакованы. Зовут. Месторождение минералов выработано. Кристалл пустоты приближается к моему Нексусу. Мои воины уже в пути. Амуна близка. Наши войска атакованы. Месторождение минералов выработано. Замечена сейсмическая активность. Похоже, Амун решил напасть на мой Нексус. Месторождение минералов выработано. Чувствую, что Амун переключил внимание на Рой. Мы должны эвакуироваться, пока он не ударил. Да будет так. Наши войска атакованы. Нельзя медлить. Еще один кристалл направляется к нам. Мои ребята уже в пути.
Меня зовут. Будет так. Близится новая эра. Так, что у нас там есть? Атакую врага. Враг атакует улей. Летающих-то у меня никого нету. Шпиль. За это я заставлю твоих союзников страдать. Она близка. Тут сейчас все обрушится. Новое.
Амуна близка. Чувствуешь, Амон? Близится твой конец. Наши войска атакованы. Говори. Хозяин стаи. Передо мной раскрылась бесконечность. Наши войска атакованы. Тебе нужно. Осторожно, Керриган. Твой Юлий наверняка следующий. Это мое бремя. Тебе нужно. Я не подведу. Улучшение завершено.
меня забудь. Это мое время. Я не подведу. Это мое время. Я вижу множество вселенных. Я не подведу. Это мое время. Мне не знаешь. И мне нет дела ни до вечного цикла Зелнага, ни до твоей мерзкой лжи. Я выбираю свободу. Свободу для всех нас. Спустя. Сегодня исполняются 3 года с момента свержения режима Артура Менска. В память об этом император Валериан Менск устроил грандиозное празднование в центре Августграда и возвестил о начале новой эры мира и процветания в доминионе тиранов. Перед зданием Сената адмирал Мэтью Хорнер вновь заявил о поддержке войсками нового правительства и выразил оптимизм по поводу. Завоюем умы и сердца, как вы всегда и говорили. Знаешь, Мэтт, когда-нибудь ты сам будешь командовать этой горсткой изгоев. Это сделка с дьяволом, Джимми. Ее жизнь будет в твоих руках. Как насчет убраться отсюда, ковбой? Черт, давно пора. Короче, это Керриган была, походу. Джеймса Рейдера никто и никогда больше не видел. Его значок нашли в баре у Джо Рея на Марсаре. Под чутким руководством императора Валериана Менгска и адмирала Мэтью Хорнера Доминион вступил в новую эпоху мира и процветания.
Зерги под управлением новой королевы Загары захватывают систему вокруг Чара. Владыка Аларак и верные ему Талдаримы отказались от союза с объединенными протосами и покинули Аувер, чтобы найти новый дом. Не согласны с этим решением, Талдаримы получили шанс вступить в ряды тамплиеров. Ученые доложили об аномальном восстановлении жизни на опустошенных планетах по всему сектору Капрулу. Причина этого явления неизвестна. Но это по-любому Керриган. Раз она такая крутая стала. Все, видать. Все пройдено. Эпилог завершен. Круто. Третья кампания пройдена, осталось только вот это. Наборы заданий. Лучший убийца псионик Доминиона уже несколько месяцев считается пропавшей без вести. Она приходит в себя на территории неизвестного военного комплекса. Не помню, как там оказалось, однако ее не покидает ощущение скрытой угрозы. Зримая война. Не знаю, про что здесь. Наверное, в следующий раз буду играть в эти задания.